Сегодня на перекрестке улиц Челюскинцев и Хохряково в Тюмени произошел порыв магистрального водопровода. Труба диаметром 600 мм находится на глубине почти около 3 метров. Асфальт провалился, провалиться не успел. Аварийная бригада приехала вовремя, когда из трещины начал бить небольшой фонтан. Устраняют порыв, не перекрывая воду, иначе без нее останется весь центр Тюмени. В настоящий момент работы проводятся, все дома, которые находятся в центральной части города, с водой. График пока составлен на сутки, то есть с утра сегодняшнего дня до утра завтрашнего дня. Но я думаю, что постараемся как можно быстрее устранить утечку для того, чтобы открыть улицу. И вот как нам только что сообщили, авария водовода благополучно устранена, но движение пока ограничено.